Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео у нас снова распаковка бумажных сюрпризов. У нас сегодня появилась новая коллекция. Это коллекция носочки. Здесь вот так вот много пакетиков, как и много сюрпризов. Давайте посмотрим на все пакетики. Вот такой вот пакетик носочек с мишками и сердечками. С жабками. Вот такой носочек с тостами. А здесь у нас носочек с пушином. Вот такие ракушки. Вишенки, ну или черешенки. Носочек с гусями. Здесь у нас свинки. Салли из корпорации монстров. И вот такой носочек с мороженками. Ну а также мы продолжаем открывать все остальные коллекции. Давайте из каждой коллекции отберем по пакетику. Из коллекции смузи я хочу взять... Давайте вот этот пакетик с маракуйей. Из новинки этого видео коллекции носочки давайте возьмем... Ну, давайте возьмем вот этот пакетик. Дальше коллекция свечки. Мы ее заканчиваем. Остался всего лишь один пакетик, один сюрприз. Дальше коллекция тролли 3. Отсюда давайте возьмем вот этот пакетик. Дальше коллекция приготовь. Здесь осталось два пакетика. И мы возьмем вот этот пакетик. Дальше самая наша большая коллекция «Цветная вечеринка». Отсюда давайте возьмем. Давайте возьмем вот этот пакетик. Это пакетик в стиле 90-х. Дальше у нас коллекция «Резиночки». Отсюда давайте возьмем вот эту резиночку с пчелками. И здесь у нас пакетики-наклейки. Также коллекция «Патчи». Отсюда давайте возьмем вот эти патчи с персиком. Ну и коллекция «Что в моем рюкзаке». Давайте возьмем вот этот рюкзак желтого цвета. И вот как много у нас пакетиков на сегодняшнюю распаковку. Первые коллекции я хочу открыть коллекции из нового каталога. Ну, первую коллекцию давайте возьмем резиночки. Сейчас я их найду, то у нас прям много пакетиков. Ну и вот наша резиночка с пчелками. Ну и спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайки, пишет комментарии. Ведь для вас это всего лишь секунда вашего времени, а мне будет очень приятно. Здесь нам попалось вот такое украшение в виде мишки. Это мишка в голубой толстовке. Вот наш каталог. Вот наш первый лист, мне он очень нравится. И вот коллекция резиночки. Это сюрприз под номером 1, самый первый. Ну и теперь приклеим мишку. Ну и вот такую резиночку мы сегодня открыли, приклеили. Ну а теперь давайте перейдем к коллекции смузи. Вот наш пакетик, здесь у нас готовится смузи с маракуйей. И здесь нам попался вот такой ингредиент. Это у нас йогурт. И он под номером 4. Сегодня в смузи помимо фруктов мы добавили еще йогурт. Дальше давайте откроем новинку прошлого видео, коллекцию «Цветная вечеринка». Вот наш пакетик. Здесь у нас вот такие молнии. И здесь нам попалась вкусняшка белого цвета и вкусняшка зеленого цвета. Это у нас Lay's зеленый лук и напиток Milkies со вкусом клубники. Lay's под номером 16. И теперь приклеим Milkies. Милкис под номером 31. Ну а теперь мы переходим к старому каталогу. Первую коллекцию, в принципе, давайте откроем приготовь.
Вот наш пакетик тоже в виде блендера, как и пакетик от коллекции смузи. А здесь нам попался вот такой ингредиент. Это у нас ваниль, ванильный порошок. И он под номером 9. И мы открыли уже все ингредиенты для нашего блюда. И в следующем видео мы уже откроем последний пакетик в виде нутеллы. И там будет отгадка. Пишите в комментариях, как вы думаете, что же это будет. И следующую коллекцию давайте откроем тролли 3. Вот у нас эта коллекция и вот наш пакетик. Здесь у нас вот такой серебряный тролль и вот такая гусеница. Это тоже участник Брозоны, брат Светана, его зовут Джон Дори. И он у нас под номером 2. Теперь откроем коллекцию свечки. У нас остался последний пакетик. Это вот такая свечка с запахом голубики. Я, кстати, очень люблю голубику и, в принципе, все, что с ней связано. И здесь нам попалась вот такая тропическая свечка с запахом тропического манго. Она очень красиво оформлена. Здесь вот такие красивые жирафы и манго. Вот наша тропическая страничка с тропическими гавайскими запахами. И приклеим эту свечку. Мне кажется, то, что даже через экран можно почувствовать запах, аромат этой свечки. Очень красивая коллекция, мне она понравилась. Надеюсь, то, что вам она тоже понравилась. Ну и, возможно, я даже когда-нибудь еще сделаю коллекцию со свечками. Ну и теперь давайте перейдем к новой коллекции. Новая коллекция у нас носочки. Здесь у нас вот такие развороты, здесь у нас прищепки, и на них будут висеть носочки. Всего раз, два, три, четыре странички. У нас будет всего 12 носочков. Ну и давайте откроем этот пакетик. Здесь нам попался носочек с леденцами в виде сердечек. Он такой розовый, прям какой-то сладкий. Он у нас под номером 4. Вот мы повесили первый носочек. Вот такая вот у нас новая коллекция. Она довольно-таки простая, но надеюсь, вам понравится. Ну и теперь давайте перейдем к коллекции «Что в моем рюкзаке?». Вот наша коллекция, и откроем этот пакетик. И здесь нам попался кошелек. Этот кошелек с персонажем из Санрио Чинамаро, это мой любимый персонаж оттуда. Ну, этот кошелек у нас под номером 4. И, кстати, он прям рядом с телефоном, и чехол от телефона у меня тоже с Чинамаро. Давайте перейдем к коллекции патчи. Вот эта коллекция, здесь у нас, правда, пакетики, но здесь уже сами сюрпризы. Можно даже сказать, что здесь у нас тоже пакетики наклейки, потому что пакетики мы тоже клеим. Но здесь у нас вот такие патчи с ромашками. И они под номером 1. Ну а теперь давайте приклеим наш пакетик. Мне всегда жалко выкидывать пакетики, поэтому я их собираю. Иногда использую пакетики повторно для какой-то другой коллекции. Ну, это были все сюрпризы на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за лайки, подписки, комментарии. Всем удачи, всем пока!